О чем грустит изобретатель русского света лампочки Яблочкова Павел Николаевич? Бронзовый памятник работы скульптора Бэма 92 года, крашенный золотой краской, чтобы никто не догадался, что это бронза. Такой вот задумчивый, грустный образ. О чем же он грустит? А он грустит, потому что напротив него поставили арт-объект лампочка. Вот. Он же изобретатель лампочки. Почему бы не положить против него лампочку его конкурентов Ладыгина и Эдисона, с которыми он как раз спорил о перспективах своей электродуги светящейся и их нить накаливания из угольков. Вот так вот переписывается история. Вот так она сохраняется.